Всем привет, с вами Ольга, и сегодня вам покажу линейку Фиберлик Wellness. Это мой первый был заказ из этой серии. Я уже заказала новые коктейли и жду их. А вот с батончиком у меня не получилось все заказать, потому что кокосовый, он почему-то то был, потом он пропал, и в итоге он у меня ушел в отложенные товары, так что не знаю, когда я его получу. Батончики представлены в 8 вариантах, ну, кокосового у меня нету, и я пока что попробовала только черничный, я его полностью съела, такой, знаете, он довольно сладкий, и я его ела, если честно, за 2 приема, то есть половинку я съела на перекус, и через день я съела вторую половинку, сразу в меня это не влезло, слишком сладкий. И еще я открыла вот такой, это малина, он не такой сладкий, но тоже такой, знаете, довольно питательный и вкусный. Эти я пока еще не пробовала. Потом, когда буду рассказывать про следующие коктейли, расскажу про эти вкусы. Но так вот для перекуса или когда хочется чего-то сладенького, эти батончики, я так думаю, вполне подойдут. А вот про коктейль я вам расскажу более подробно. Я купила коктейль с черной смородиной и шейкер. Посмотрите, какой объемный пакет. То есть вот он даже у меня сейчас в кадр полностью не влезает. Здесь 450 грамм. Вот состав. Я уже писала подробный отзыв, тоже ссылочку оставлю под видео, сможете там все подробно посмотреть, но если в видео в этом будет чего-то недостаточно. Рассчитана упаковка на 15 порций, и если мы будем разводить эту смесь с водой, то калорийность одной порции 98 калорий. Ну, знаете, вот здесь написано, что сухая смесь для приготовления молочного коктейля, поэтому, честно, у меня даже с водой не возникло мысли разбавить. Но также вот тут нам дается подтверждение, что все-таки с водой разбавлять можно. Смотрите, какая тут идет застежка молния. Прямо такая добротная в несколько рядов. То есть пакет точно-точно не раскроется. Внутри ложечка лежит. И единственное, вот, наверное, из минуса, ну, если это можно отнести вообще к минусам, это довольно высокий и узкий пакет. Мне вот не очень удобно засовывать руку, набирать коктейль. И когда я вытаскиваю руку, у меня она пачкается об стенки пакета. И на ней остаются частицы коктейля. Ну и вот о чем я говорила, видите, рука, то есть, испачкалась. Ну, ладно, это, я так думаю, не столь критично. Смотрите, в ложке, помимо сухой смеси, еще можно разглядеть ягодки. Это тоже очень приятно. Я уже налила молока. Молоко я использовала вот такое, 1,8%. Ну, я обычно вообще стараюсь пить до 2,5, не больше. Я высыпала смесь, бросила туда пружинку, поставила сеточку. И теперь закрываю шейкер. Так вот, плотненько закрыла. И теперь взбалтываю. Вот смотрите, какая получается красота. На стенках можно разглядеть частички ягодок. Очень вкусный коктейль. Он сладкий. И ощущение такое, что ты или такое подтаянное мороженое с черной смородиной прям вот пьешь, которое немного растаяло, да, или это молоко с вареньем из черной смородины. Ну, правда, это очень-очень вкусно. Я попробовала пить этот коктейль на завтрак. Для меня оказалось не сытно. Я уже где-то через 2,5 часа есть хочу, прям сил никаких нету. Попробовала на второй завтрак. Вот это уже другое дело. То есть, если я прям плотненько так хорошо покушала утром, это может быть яичница из 2 яиц с овощами, или, например, омлет с сыром, ну, такое конкретное что-то, что дает мне заряд энергии, то на второй завтрак, где-то около 11 утра, как раз этот коктейль отлично идет, чтобы до полвторого, до двух, до обеда спокойно я себя чувствовала. И самый оптимальный для меня вариант, который действительно мне подошел больше всего, это на ночь. То есть вместо ужина вечером пить коктейль. И я могу сказать, что за 5 дней у меня уже ушел килограмм, просто заменяя ужин вот этим вкусным коктейлем. Я уже слышала, что говорят, дорого, 1799. Ну, во-первых, я покупала со скидкой консультанта. И я уже смотрела видео Наташи Петровой, которая тоже рассказывала про свой коктейль. И читала комментарии под этим видео. И действительно, ведь получается, что порция в районе 90 рублей.
То есть ужин у меня выходит в районе 90 рублей. Мне кажется, это вполне приемлемо. И если сравнить даже, как многие любят сравнивать, с чашкой кофе, когда я вожу ребенка в бассейн, то чашка кофе там стоит 150 рублей. Так что теперь у меня есть более полезный и также более выгодный, как бы это странно ни звучало, перекус. И на сегодня это все, что я вам хотела рассказать. Как получу остальные коктейли, обязательно вам расскажу. Мои контакты и все артикулы, ссылочки на товары из этого видео будут, как всегда, в инфобоксе. С вами была Ольга Рогалева. До новых встреч. Всем пока.